сегодня приехали в Walmart. Хочу показать, что это за магазинчик такой. Если сравнивать его с магазинами в России, то это наподобие Ленты, наподобие Окея, такого формата. Берем тележку. И куда вы пошли? Здесь фруктовые ряды. Смешно. Здесь косметика, тут же и печеньки, пирожные и так далее, заморозка в холодильниках, кексы, пиццы. А дальше молочка. Здесь бекон, сосиски, колбасы. Сыры, молочка. Здесь курица, фарш, мясной фарш. Здесь вещи женские, мужские, разные украшения. Мелочевка, обувь. Очки. Как? Ну как? Черненькие. Черненькие. Так, здесь отдел
детских игрушек. Здесь спортотдел, велосипеды, аксессуары и так далее. Здесь игрушки для маленьких посетителей магазина. Отдел с Лего, Нерфы, автоматы, пистолеты, пулеметы. Вот такой вот наборчик, $40. Индиана Джонс. Трансформеры. Майнкрафт. Love it, better.